Серым стенам ярких красок, а прохожим хорошего настроения добавляет своим творчеством Алексей Кувшинов. Уже не первый год молодой человек расписывает стены детских садов, больниц, заборы вблизи детских площадок. Делает это бесплатно, заказчик покупает только баллончики с краской. Этим летом к художнику обратилась председатель ТОСа «Дружный» с просьбой раскрасить серый забор во дворах многоэтажек на сортировке в районе улиц Ульяновская, Калинцева и Афанасьева. Мы в прошлом году с советом решили принять участие в конкурсе под названием «Лучший проект ТОС Ивановской области» и стали победителями. Соответственно, мы рассчитали смету, доказали, что это нам надо, что это один, и это только начало, потому что я думаю, что на следующий год мы продолжим, чтобы все-таки еще больше было красоты в наших дворах. И я считаю, это будет изюминка этих дворов. Раскрашивает Алексей три пролета напротив детской площадки. Если жители захотят больше, то тут уже требуется их финансовая поддержка, чтобы купить краску. Денег, полученных в конкурсе, хватит на 4 рисунка. Смешарики и кот Леопольд уже готовы. Дети подходят, смотрят, им нравится. Жителям тоже очень нравится. Сколько я рисовал, каждый человек ко мне подошел, либо мужчина, либо девушка-женщина, сказала спасибо, кто-то руку пожал. Людям нравится. Ну, потому что, сами видите, серый забор, а тут бах, яркий рисунок. И люди, когда на балконах курят, либо просто выходят подышать, им нравится. Улыбка не слезает с ушей. А еще практика показывает, благоустройство – штука заразительная. Пока художник расписывает, жители красят ограждения, выкашивают траву, убирают мусор. Забор прекрасно разрисован, художник отлично потрудился, жители дома довольны. А главное – это для будущих детишек, которым весело будет играть. Заказов на это лето у Алексея уже предостаточно. Благотворительность в наше время востребована. Работы молодого человека в городе узнать несложно. Практически на всех есть фирменный слоган художника «Делай добро». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.